На конкурс дети читают стихи. Толстого Надия, 6 лет. Самуил Маршак, мой щенок. Я сегодня сбилась с ног, у меня пропал щенок. Два часа его звала, два часа его ждала. За уроки не садилась и обеда не могла. В это утро очень рано соскочил щенок с дивана. Стал по комнате ходить, прыгать, лаять, всех будить. Он увидел одеяло, покрываться нечем стало. Он в кладовку заглянул, но даже бант перевернул. Он порвал стихи у папы, на пол с лестницы упал. Клей залез передней лапой, еле вылез и пропал. Может быть, его украли, за веревки увели. Но его имя назвали, до встреч достали. Может, он в лесу дремучий, по кусту сидит колю. Заблудился, ищет дом, мокнет бедный под дождем. Я не знаю, что мне делать, подсказала под дождем. 2 часа я горевала, книжек в руки не брала. Ничего не рисовала, все сидела и ждала. Вдруг какой-то страшный зверь открывает лапы дверь. Прыгает через порог, кто же мой щенок? Что случилось, если сразу не узнала я щенка? Рост распух, не видно глаз, не кошла щека. И певает, как игла, на хвосте жептила. Подсказала, дверь закрой, там летит пчелиный рой. И все путали, постели, мой щенок лежит просто. И виляет еле-еле за бинтовым хвостом. Я не бегу к врачу, я сама его лечу.